Бадил! Стакс, привет! У тебя есть приключение с особым правилом. Талисман мастерства «Мощный взрыв». Каждый раз, когда персонаж противника получает урон от трех элементах реакции, все персонажи противника получают 4 единицы проникающего урона. Вот здесь у меня вопрос. 6 раундов нужно максимум, естественно, и не потерять 2 карты. У него, кстати, получается фатуи, 4 карты, и, как я понимаю, у каждого по 10. Я надеюсь, что вот это особое правило «Талисман мастерства» будет на моей стороне. Если я буду наносить элементные реакции, то, возможно, будут сразу по всем бить по 4 единицы. Я надеюсь, что это не против меня. Колода у меня будет сегодня вот такая. Вот такая. Значит, поехали. Я не знаю, ребят, чего ожидать. Это особые правила всегда. Это что-то уникальное, что-то необычное, непонятное. Пока мы не сами на это не обратим внимания, не посмотрим. Так, короче, вот эта штука, я не знаю, нужно оставлять. Возможно, что нет. Восстанавливает 2 хб, когда персонаж использует элементный. Вот это хорошо. И получается, следующая обычная атака выбранного персонажа нанесет... А, вот это, кстати, можно оставить. Давайте одну карту поменяем. Самое главное, что у нас есть Катерина, да, согласитесь? О, да, вот это, по идее, должно работать именно в таком ключе. Давайте подумаем теперь, кем же нам первым бить. Знаете, что я только подумал, а почему бы я Мону не поставил себе, да? Если у нас, например, не получится с этой колодой, возможно, место... Какоми надо было поставить Мону для быстрого действия. Вот я вот сейчас вот такая подумал об этом. Ладно, у нас, в принципе, Катерина есть. Это альтернатива. Мы можем, знаете, как сделать? Мы можем попробовать... Ладно, давайте с Какоми начнем. Вода, там, Дендра. Ну, вы понимаете, да, к чему я все иду. Возможно, это не лучший выбор. Я не уверен. Ух ты! Поехали. Вода, вода, вода. Электричество. Отлично, замечательно. Пассивные навыки. Сейчас у них там атака, защита. Офигеть! Вы что, серьезно? Каким образом я их убивать-то буду? Посмотрите, что творится. Так, Катерина в любом случае, да. Катерина, да. Я не помню, по-моему, это у нас... А, тоже вода. Тоже вода. Мы, кстати, можем попробовать поставить вот так вот. Это у нас восстанавливает ХП, но я не знаю, на самом деле... Ух ты. Давайте вот так вот сделаем. Так, и будем бить. Но здесь у нас, конечно, есть небольшая трудность уже, я вижу. Офигеть. Но он же не будет сейчас бить с ульты. Но если он будет бить с ульты, это было бы полная бессмыслица. Такс. Что мы тогда, может быть, на него сразу повесим? Да, давайте на него на всякий случай повесим. У нас есть возможность. Ой, или карту надо было взять. Ладно, сейчас уже все. Мы только ждем, соответственно, действия от них. Он переключается и будет бить, да, еще? Элементная реакция. Ну, давайте посмотрим. Да, по-моему, это, кстати... Как же это будет сложно? Ну, вы посмотрите, что происходит. Когда персонаж обычную атаку использует. Ну, такое себе удовольствие. Я воду оставлю. Я хочу переключиться потом, конечно же, на этого. Очень много воды. К сожалению, это то, что я не хотел. А, так, мой ход, соответственно. Что тогда, может быть, попробуем вот эту штуку? Или вот эту штуку? Я предлагаю, знаете что, смотрите. Обезопасить ее. И ударить. Пусть он бьет по ней сейчас. Да-да-да. Это вполне было ожидаемо. Сейчас у нас есть возможность переключиться на него. И теперь мы будем бить, соответственно, не тем, что я хочу, поэтому давайте. Да, давайте вот эту берем. Я думаю, что можно еще пожертвовать вот этой картой. И сделать вот так вот. Ну, по идее, вот эта штука накопится, да? Скажи мне, пожалуйста. Есть. Надо элементные реакции вызывать. Не забываем. А, здесь у нас уже все. Я, к сожалению, скипаю. Страшно на это смотреть. На самом деле, это если бить вот в таком ключе, мы проиграли бы. Потому что только вот это особое правило нам может помочь. Ой, страшно. Так, погодите. А у тебя ульта, по-моему, тоже бьет по всем, если не ошибаюсь. Я бы хотел бы начать...
Нет, вода точно нет. Ну, точно нет вода. Да почему мне воду-то предлагают, а? Ну, почему? Так, погодите, у нас есть еще карта. Смотрите, а эта штука бьет по всем, она же... Наносит дендро урон 4 единицы, наносит проникающий урон... Ага, то есть дендро по... Дендер бьет, получается, только по той карте, которая у нас есть. Я тебя понял. Я тебя понял. А, что мы можем сделать? Вода нам не нужна, нам нужно только электричество. Мы можем пожертвовать вот этой картой, как вы думаете? Давайте ей пожертвуем. Нам сейчас надо будет воду поменять и крио на любые другие дайсы. Ну что такое? Ну давай, пожалуйста. О, отлично. Это уже хорошо. Это уже очень хорошо. Теперь мы тогда делаем вот так вот. А, мы бьем вот так вот. Отлично. У него щит, кстати, есть. Не забываем. Так, а элементную реакцию мы сейчас моментально вызовем, потому что мы сможем переключиться и ударить. Смотрите, минус 5. Элементная реакция. Отлично. Ух ты. А, следующий, кстати, удар будет довольно интересный. Я предлагаю, кстати, знаете, что сделать? Можно попробовать... А, ну, давайте, ладно. А, или нет. Или да. Да, все-таки давайте карты возьмем. Может быть, что-то интересное выпадет. Тимми выпал у нас. Тимми, кстати, да, хорошо. И мы прямо сейчас им воспользуемся. Я предлагаю тогда действовать, как мы и раньше действовали. Просто скипаем. Четвертый раунд уже! Четвертый, пятый же. Три раунда остается. Три раунда, чтобы все завершить. Ну, все надежда на вот эти реакции, конечно же. Вода. Да, давайте тогда оставим так. Мы будем просто переключаться между теми персонажами по очереди, пока у нас есть нужный дайс. Да, уж, конечно, не очень приятно. Ну, что сделаешь? Электричеством ударить. Ударить электричеством, да. По идее, он будет бить тоже больно. Я... На всякий случай вот так вот сделаю. Хорошо, что у меня эта карта есть, как говорится. Ох ты, устанавливаю 2 хп. Да я на самом деле вот эту штуку хотел бы поставить. Два универсальных дайса, это прекрасно. После этого мы делаем элементный... Удар! Элементный. А, надо было, кстати, карту поставить. Да, вот видите, спасает. Очень хорошо спасает. Сейчас у нас есть возможность реализовать... Вода. Если мы переключимся, интересно, он же тоже переключится, как вы думаете? И тогда мы точно все потеряем. Мы можем попробовать тогда вот так вот. Если он будет переключаться... Вот мы, кстати, да, хорошо, хорошая идея. А, у нас не хватит тогда дайсов. Дайсов не хватит. Ладно, придется. А, так мы же можем продолжать. Я и хотел, честное слово. Но смотрите, у нас... Да, у нас вариантов нет, поэтому остается только это. Так, и... Вот, именно это. Именно это, ребят. Да мой ход, в принципе, уже завершен. Я ничего не могу с этим сделать, как только скипнуть. У нас остается всего лишь 2 раунда, чтобы завершить это все. Минус 3, ладно, хорошо. Ожидаемо. Почти что ожидаемо. Ну, может быть, не совсем ожидаемо. Ну, у нас есть ульта. Давайте так. У нас есть ульта, поэтому давайте с ульты и начнем. Эх, бедная Какоми. Бедная Какоми-то наша. Дай, вообще дайс, конечно же. О, подождите, дайс можно оставить. Три элементной реакции мы, наверное, уже не сможем вызвать за последние 2 раунда. Конечно же, это плохо. Ну, дайсы у нас, смотрите, какие дайсы прекрасные. Я предлагаю сделать вот так вот, следующим методом. Опа, переключаемся. Ульта будет сбить довольно неплохо, но я предлагаю ее прокачать. Это у нас что? Это... Нет, это полная ерунда, поэтому мы воспользуемся вот этим.
Отлично, супер просто, просто супер. Я даже лучше и представить не мог, потому что сейчас будет решающий удар. Кстати, не забываем подписываться, писать комментарии, ставить лайк, нажимать на колокольчик, смотрите видео всегда до конца и подписывайтесь на все каналы, ссылки которых вы найдете в описании к этому видео. Мы даже и такой колодой смогли выиграть, но я думаю, что вместо Какоми здесь хорошо подошла бы, возможно... Да нет, все хорошо. Все хорошо. Мы одержали победу с первой попытки, кстати, удивительно. Иногда бывает довольно сложные... противники, но не сейчас, не сегодня, не он. А, неплохо, я бы сказал, что ты одна из лучших здесь, в пустыне. Увидимся, пока-пока.